Статистика по коронавирусной инфекции должна восприниматься специалистами на местах не просто как сухие цифры, а как основа для анализа происходящего и выработки решений. Об этом заявил руководитель регионального оперштаба Артем Вахрушев. На сегодняшний день в Поморье принят целый ряд мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса. А муниципалитетам даны необходимые полномочия, поэтому от их активной позиции зависит, как будет складываться эпидобстановка на территориях. Я бы хотел к муниципалитетам обратиться. Анализируйте ситуацию через призму этих данных. Если вы видите, что у вас, например, доля детского населения выше 9,5-10% в общей численности заболевших, значит, у вас не все в порядке. В школах, дошкольных образовательных организациях свои усилия нужно направлять туда. Если вы видите, что у вас доля высокая работающего населения, значит, нужно понимать, что распространение инфекции идет в трудовых коллективах, тогда нужно отрабатывать с предприятиями, организациями. В целом по области усилена работа по произведению проверочных мероприятий. Их цель не только привлечь к ответственности тех, кто систематически пренебрегает требования Роспотребнадзора и не выполняет указ губернатора, но еще и обратить внимание каждого жителя области на важность осознанного отношения к здоровью.